Всем здорово на моем канале. Сегодня у меня пришла очередная посылочка из Соединенных Штатов. Короче, доставка стоит подороже, чем сам товар. Ну что, вскрываем, пробуем. Так, вскрываем. И нам пришло вот что. Что же это? Это золотой властелин тире плойка. Тут что-то написано. Что за это бумажка какая-то? Но больше не надо что-то скотч и всю хуйню. Раз, 25 секунд что-то. И хуй его знает. Коробочки. Заказывайте коробочки. Понял. Нахуй. Так, что тут у нас? Надо посмотреть, что тут хоть вообще. Пу-пу-пу. Это, короче, на бумажке написано, для кого и куда отправлять эту всю хуйню. Так они еще и клеющиеся. Ну, в общем, такая вот. С другой стороны, моя там фамилия, там хуйня и все, адрес, телефон. И она, короче, вот так отклеивается. Вот. Ну ладно, это тоже нахуй не надо. Ну и вот он, золотой властелин тире плойка. Что тут? 1,4 дюйма. Вот, нагревается там до 430 градусов. hottools.com. Ну и вот она, короче, как выглядит. Тут вот написано, что 280 что-то, 300, 380, 400. Она может нагревать или хуй его знает. Короче, для профессиональных там этих стилистов и всяких прочих людей, кому черный властелин, ну, золотой властелин нужен. Ну что, вскрываем аккуратно, как-то, как он достается. Можно доставать, да. Так. Вот что тут у нас. Вскрываем. Как-то вот так. И что здесь у нас? Здесь обычная плойка. И это все как-то запаковано непонятным образом. Ну и как открыть-то? Как скрывать? Ребята, как скрывать? Ну, короче, в общем, вот так вот как-то я вскрыл. Вот. И вот он такой, золотой властелин. Брам-брам. А как он делает? Нихуя. То есть не нажимаешь, а вот так. Оп. Что здесь у нас? Здесь у нас 280 градусов можно поставить. 330, 380, 430. И вот тут лампочка такая. Lock-unlock. Что такое lock-unlock? Непонятно. Так что не ясно. Так. Это что-то крутится тоже. Так, ну, хуй его знаю. Короче, это металлическая хуйня. Вот, а это просто... Просто вот так все крутится. Ну и обычная вилка. Опять американская какая-то. Пиздец. Ну ладно, что, Америка. Можно взять какой-то переходник. Ну, попробуем включить, наверное, в розетку. Ага, ну никак не попробуем, потому что нету переходника. Так что вот такая вот плойка. Модель напишу там в описании, ссылочку дам. Ну там типа все профессионалы, они... А вот модель 1130. Ну короче, что, нагревается. Тут все ясно, тут крутишь, нагрев происходит. Только я вот не понял, нахуя вот это так. Обычно плойку нажимаешь здесь, а тут как-то раз и... Это тоже крутится штука. Это тоже крутится. И вот это тоже крутится. Непонятно. Вау. Ну, типа, для профессионалов. И тут lock-unlock, on-off. On-off, lock-unlock. И вот тут крутишь. Крутишь, все делаешь.
Ну, вроде, вот и все вроде. Нагревай и пользуйся. Hot Tools Professional. В общем, модель я укажу. Ссылку оставлю в описании. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующих видео.